Авария произошла на этом перекрестке. Вначале прохожие услышали звук сирены, затем стали очевидцами ДТП, рассказывает Жанна Аниканова. Когда машина сюда до перекрестка подъезжала, она, правда, был красный свет, но скорая чуть слегка притормозила, потому что она же не может ехать на всей скорости. Слегка притормозила, и тут буквально секунда делов, и столкнулась серая машина со скорой. Карета скорой помощи везла в реанимацию пациента без сознания. Ее водитель, уверяет, выезжал на перекресток на зеленый свет и правил не нарушал. Включил сирену, включил мигающее устройство. Все машины остановились. В принципе, здесь моей вины никакой нету. Понимаете, мы старались помочь больным, населению, но вот такое отношение наших водителей к сотрудникам и к автомобилям спецслужб. Водитель же легкового автомобиля себя виновником ДТП не считает. Я ехал четко на зеленый свет, на горящий, не мигающий, а горящий свет. Справа был грузовик. Он выехал на свой красный свет, выехал без опознавательных огней, без звукового сигнала. Его видно не было. На место происшествия вызвали реанимобиль для транспортировки пациента в одну из городских больниц. В причинах аварии разбирается госавтоинспекция. Екатерина Параханяк, «Панорама».